Торговцев цветами проверяет налоговая служба. С сегодняшнего дня по 15 февраля в связи с повышенным спросом на букеты в столице проходят рейды на цветочных базарах. В этот период сотрудник налоговой службы под видом обычного покупателя может прийти и удостовериться, что купля-продажа идет по правилам. Совершив контрольную закупку, он будет ждать заветного чека. По данным Государственной налоговой службы, в период праздников спрос на цветы растет. Так же, как и нарушения. Недобросовестные продавцы могут не выдать чек, чтобы избежать уплаты налогов в госбюджет. Сотрудники службы надеются, что проверки не омрачат праздник, а нарушений будет как можно меньше. Утаив малое, можно получить больший ущерб. Чтобы избежать неприятной ситуации и не способствовать пополнению карманов недобросовестных продавцов, при покупке букета требуйте чек. В прошлом году 13, 14 и 15 февраля только в столице было продано цветов почти на 2 миллиона леев, а объем поставок вырос на 263% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.